Ребята, огромный зомби! Это босс! Ого, вот это да! Что же нам делать? Он командует другими зомбами, которые... Зомби, которые немножко поменьше, чем он. Но он огромный, мне придется с ним сражаться. Колесо, что это за колесо такое? Короче, ребята, мне его надо убить, вон его жизни наверху показываются. Дорогие друзья, а перед тем, как посмотреть это видео, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Сделать вы можете это вот здесь вот. Также нажимаем на колокольчик, ставим здесь галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Таким образом, когда я буду выпускать новые видео, вы будете их видеть самыми первыми. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в очень замечательную игру под названием Tequila Zombie 2. Ну что ж, давайте начнем новую игру с вами и посмотрим, на что. Так, ехали-ехали мы на мотоцикле. И на меня моя девчонка превратилась в зомби, ребята! Представляете? Я ее, короче, сбросил и слетел с мотоцикла. Получилась авария очень огромная. Я, короче, ее убил и нашел напарницу. Так, я выбираю, кем играть. Так, либо девчонка, либо парнем. Конечно же, мы выберем парня под именем Мигель. Так, ну что ж, здесь у нас уже показываются клавиши, как нам ходить вперед-назад. Так, ну что ж. Так, мы можем прыгать, мы можем... Это все, в принципе, так. Это у нас удар получается. А вот зомби первый, смотрите, ребята, с ключом разводным. Какой-то СТОшник. На тебе. Ребята, вот посмотрите, сколько их. На. Ребята, смотрите, ползут. Давайте их убиваем всех просто, чтобы... Так. Тут мы убили. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо зарубить их всех. Раз, давай третий. О, пистолеты. Все, ха-ха-ха. У меня теперь есть пистолеты. Ха-ха-ха. Теперь я вас точно всех поперестреливаю. На. Так, отлично. Так, берем текилу. Ой-ой-ой, нужно перезаряжать. Так, это что за Рэмбо такой накачанный? Вы видели накачанный зомби? Ту-ту-ту-ту, накачанный зомби меня прям хочет съесть, убить. Так, забираем пушку. Стреляем, убиваем всех. Оп, бабки лежат. Ребята, забираем денежку. Так, отлично. Убиваем всех, так, отличненько. На. Так, берем пистолет. Отлично. Опа, ча. Все, мы взяли аптечку. Так, вторая волна. Всего волн 10, что ли? О, третья волна, ребят, пошла. Пошла третья волна. Вот это жара. Опа. А тут у нас какие-то крысы. Так, у нас крысы тоже съедают нас. Так, ребята, убегаем от Рэмбо, убегаем от Рэмбо. Так, и хочу вас предупредить, ребята, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте. Сделать это можно как под видео, так и на главной странице моего канала. У вас появляется много возможностей. После того, как вы подпишетесь на мой канал, вас ждет море сюрпризов. Так, ну что ж. Так. Так, аккуратно зомби новый ест. Стреляй. Ребята, вот эти крысы меня просто уже надоели. Так, Рэмбо мочим. Вот, вот еще один Рэмбо. Ну что, а ну иди сюда. Отлично. Так, все. Так, стреляем. Фу, так. А, вот он, я не увидел. Дайте мне хоть автомат или что. Что одни пистолеты? Так, ребят, четвертая волна. А мы потихоньку будем двигаться. И будем мочить крыс. Одни крысы, ребята, давайте просто их всех перемочим, застанете. И еще хочу предупредить, ребята, если вы какой-нибудь малыш, то лучше не смотрите это видео. Потому что вы можете испугаться очень сильно. А если вы не боитесь,
мультяшной крови, значит, присоединяйтесь к нам, и мы будем вместе с вами расстреливать всех этих вонючих крыс, которые нам так надоели. О, ребята, автомат, автомат, автомат. Быстрее, быстрее, быстрее. Я хочу автомат. Да, ребята. Ого, ребята, смотрите. Я выкосил реально всех крыс автоматом. Вот это круто. Я забрал у орла автомат, который летел. И мы просто забрали вот так. На-на-на-на-на-на. Давай. Так, совсем еще немножко. У нас будет пятая волна. Сейчас мы всех крыс перемочим с вами. Так, ну что ж, пятая волна. Все, мы взяли аптечку с вами. И тут у нас сейчас... Только не Рэмбо, только не Рэмбо! А ну покажись, кто идет, кто идет, покажись, где вы? Опять крысаки, опять крысаки. А вот и Рэмбо пришел. Всех перестреливаю. Так, отлично. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Ты что делаешь-то, а? Ты что ж такое делаешь-то? Так, отлично. Так, так, убиваем этого крыса. Берем пушку. Так, ну что ж, ребята, мы дошли до шестой волны. Давайте с вами повоюем, немножко постреляем. Отлично, отлично, отлично. Так, 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 на-на-на. Ребята, вы видели, какая подруга? Кто это такая была? Это какая-то новая. Он несет бомбу мне, бомбу несет мне этот. А, он не для меня, он ее несет просто, ребят. Отлично, так. Какие-то чертики летают. Ребят, это реально огромная волна зомби. Я еще такой игру не видел, чтобы такая огромная волна зомби была. Представляете? Так, всех перемочим. Так, ну что ж, ребята, мы дошли уже до седьмой волны. Зомби смеется, зомби-девушка смеется, ребята, вы видели? Так, нужно... Где-то смеется она, где-то еще она ходит. Вот она, вот она, вот она, на-на-на-на-на, застрелю всех. Ааа, ты что, вы что, ребята, вы меня красиво съедите. О, ребята, дробовик, дробовик, дробовик. Надо забрать дробовик. Все, ребята, мы с вами забрали дробовик. Все, ребята, сейчас мы их всех перестреляем. Смотрите, какой дядя! Пришел огромный дядя зомби! Что же делать? Ай-яй-яй-яй-яй! Давайте его убивать как-то будем. Его, наверное, только нужно убивать дробовиком. Нужно брать срочно вот дробовик и убивать этого дядю зомби. Потому что дядю зомби ничего, смотрите, не убивает. Реально, седьмая волна зомби. А дядя зомби реально очень крутой. Но все равно я буду дядю зомби стрелять. Походу надо, чтобы зомби, этот дядя зомби, на него бросили бомбочку. О, наконец-то, ребята, мы с вами заработали $1000 и убили огромного дядю зомби, который нас чуть только что не схавал. Так, восьмая волна, ребята, мы должны с вами обязательно победить. Так, ну что ж, дробовиком мы всех сейчас порастреливаем. Вот так вот.
Отлично, отлично, отличненько. На-на-на-на-на-на-на-на-на, держись, держись до последнего. Нам надо выжить в этом зомби-апокалипсисе, скоро будет 9-я волна уже. Так, давайте пособираем деньги и оружие. Так, отлично, текилу мы забрали. Ну что ж, ребята, мы уже дошли с вами до 9-й волны. Что ты смеешься? О, там с динамитами, с патронами, с какими-то, какие-то ковбои бегут. Всех расстреливают, всех перестреливают, всех расстреляют. Даже не подходите ко мне. А, ребята, динамит, 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 динамит. Аккуратненько, аккуратненько. Отходим, 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 отходим. Так, я не понял, ребята, а что же делать? Уже 9-я волна, а я до сих пор хожу с пистолетами и с дробовиками. Дайте мне какое-то нормальное оружие. Тут какие-то дракончики появляются и текила, и все. Дайте мне, пожалуйста. Ну что ж, ребята, мы дошли с вами до 10-й волны. Кто это такой? Ребята, огромный зомби, это босс. Ого, вот это да, что же нам делать? Он командует другими зомбами, которые, зомби, которые немножко поменьше, чем он. Но он огромный, мне придется с ним сражаться. А-а-а, колесо, что же это за колесо такое? Короче, ребята, мне его надо убить, вон его жизни наверху показываются. И вот мне его нужно расстрелить. Давай, 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 еще совсем немножко. Так, ребята, давайте собираем. Ого, ого, вот это он меня ударил. Так, тихо, тихо, берем пистолет, отлично. Вот так вот перескакиваем. На-на-на-на-на, я думаю, мы тебя убьем. Да, ребята, мы его замочили. У него аж кишки все вылезли наружу. Ура, ребята. Да, мы с вами это сделали. А это еще кто такой? Что это за клоун такой? Который смеется с меня, я не понял. Которого даже нельзя порезать. А, его разрезали, ха-ха-ха. Мы его разрезали. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами прошли этот уровень. Отлично вообще, крутая игруля, мне очень понравилась. Я не думал, что она меня так сильно зацепит. Так, ребята, кто еще не подписался на канал, обязательно это сделайте. Подпишитесь, пожалуйста, внизу, поставьте комментарий. Обязательно ставим лайк. И у вас есть... прекрасная возможность выиграть игровую приставку Sony PSP от меня в ближайшее время. Ну что ж, ребята, подписывайтесь. До встречи во следующих выпусках.